Привет всем! Добро пожаловать на мою самостройку. Ну что ж, весна полностью вступила в свои права. У природы началось обновление. Ну и мы по традиции весной также на своей стройке, на своих участках наводим порядок. Тоже как бы делаем весеннее обновление. Задаем такой позитивный, положительный тон на предстоящий строительный сезон. Сегодня, получается, будет субботник, я наведу порядок на участке, здесь такой прям хороший бардак, осенью я ничего не делал, не успел. Ну и вообще в плане участка потихоньку все это дело нужно продвигать, то есть не только строить дом, но и планировать участок, что-то сажать, что-то делать. Сегодня этим и другим я буду заниматься, ну а вам предлагаю поучаствовать. Эй, ты кто такой? Какой-то неизвестный кошак, первый раз его вижу. Привет. Привет. Ты чей? Чей такой красавчик? Ой, веслоухий какой. Породистый ты, что ли? Шотландец тоже. Дома один есть у нас уже. Привет. Чей-то домашний кошак ко мне забрел. Людей не боится. Чистенький такой. Видно, что зиму он здесь не провел, явно. Кто-то из города его привез. Есть тут один черный местный. Вы его знаете, это вот еще тогда, пару лет назад. Помните, зимой я их подкармливал, заходили в дом. Вот эти. Вот черный здесь бродит. Вчера приходил, я его кормил. Сегодня, если придет, покажу. А этот какой-то новый. Эй, а у меня корм есть, будешь? Смотри. Будешь, на? Голодный, не? А? Будешь? Ну, пойдем я тебе куда-нибудь насыплю. Иди сюда. Иди, иди. Иди. Иди вот сюда на пленку, на. Ну, вот у меня в руке. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Иди сюда. На. О. Иди. Иди, на. Ну ешь земли, раз так хочется тебе, на. На, на, жуй, жуй. А вот и тот черный красавчик пришел. Ну здорово, здорово. Здорово, привет. Ну иди сюда. Ну не бойся меня, не бойся. Привет, привет. А вот и он. Смотрите, сколько тогда он приходил. Года 2-3 прошло. Живой. Хотя он местный, тут и зимой ходил, я его подкармливал. Круглый год крутится. Вот по нему сразу видно, что местный. Морда вся поцарапанная, грязный, голодный. От людей шарахается, но меня знает. Ко мне уже подходят. Ну пошли, я тебе тоже сейчас насыплю. Пошли. Пошли. Пошли, пошли. Иди вот здесь тебе насыплю. На бетончик. Жуй.
Давайте сейчас откроем, пустим воду. Хотя вот с неба уже пошла вода. Ну, нормально, весенний апрельский дождик. Я думаю, он будет недолго. Сегодня будем сажать деревья, вода понадобится, ну и чайку попить. На зиму я ее перекрыл в центральном колодце, с труб всю воду слил, ну, на всякий случай. Так-то у меня все закопано на глубину промерзания, единственный выход был в доме, ну, там можно было его утеплить и все. Но так как зимой я водой не пользовался, на всякий случай слил. Так, давайте начнем с самого начала. Выход трубы в котельной, посмотрим. Перекрыт ли там кран? Был перекрыт, но мало ли, я там работал, может быть, зацепил, открыл. Проверяем. Так, есть кран закрыт, едем дальше. Дальше коллекторный колодец, который я сделал прошлой весной. Вот мы сейчас и сделаем ревизию, посмотрим, как он первую зиму перезимовал. Ну и дальше в центральном колодце откроем воду. Ключ я вот тут уже приготовил. Несколько дней назад приоткрыл люк, чтобы проветривалось. Опа. Так, ну и что мы тут имеем? Ну, смотрите. Сухо. Сухо и комфортно. Спускаемся. Так. Есть. Ну, первое, что сразу бросается в глаза, заржавели арматурины, которые служат ступеньками. Сразу не покрыл их. Вот такая прям хорошая ржавчина на них уже появилась. Внизу сухо. Все, в общем-то, хорошо. Сразу, смотрите, еще момент видно. Видите, внизу красные штучки валяются. Это облезла краска покрытия с кранов. То есть, да, вот эти вот фитинги. Смотрите, вот она. Красная краска, которая на них была. Они окислились. Вот, смотрите, покрылись вот таким вот слоем прям соли, и вот все это внизу лежит, все облезло, вон она, смотрите, краска. Кстати, брал хорошие, дорогие фитинги, не знаю, нормально это, не нормально, но может быть в этих условиях и нормально будет, в экстремальных. А на кирпиче тоже, смотрите, высолы вышли, но это вот в том месте осенью я сливал воду, вода здесь стояла на каком-то уровне, потом ушла, вот, видимо, вылезли высолы на кирпиче, ну и, наверное, краны из-за этого тоже окислились. Так, что мы здесь имеем? Ну, все здесь хорошо. А, кстати, осенью я вот, когда сливал воду, просверлил два отверстия перфоратором. Изначально их не было для слива воды. А изначально я планировал, думал, ну вот, поливочный кран. Здесь вот, да, я вот слив сделал, ну, думаю, буду подставлять ведро, сливать воду с него, ну, и в этом месте тоже, это вот отвод на летнюю кухню. Здесь стоит фильтр, и вот я его выкручивал, и с него, через него сливал воду. Думал, буду подставлять что-нибудь, но это оказалось заморочено, вот это вот, спускать ведро, наливать, подставлять, и еще тащить его наверх, выливать, и так делать не один раз. Принес перфор и сделал два отверстия. Слил воду, и вот через них все благополучно ушло. Есть. Так, ну значит, сейчас я вкручиваю фильтр, но в летнюю кухню мы воду пока пускать не будем. Там ничего еще не собрано. Просто пока все это дело здесь сделаем. Так, вода туда перекрыта. Отвод тоже закрыт. Здесь все нормально. Сейчас подтянем фильтр. Так, есть. Ну, все здесь, собственно, нормально. Кроме высолов, в общем-то, и ничего нового не появилось. Кирпич в порядке, сухой. Наверху высолов нету. Провода гофра тоже все сухое, все в порядке. То есть не было, не видно, что тут какие-то потеки. Ну, нормалек. Будем считать, что первая зима прошла более чем благополучно. Поехали в центральный колодец. Так, кстати, поливочный кран открыт. Надо его перекрыть. Хотя там центральный кран закрыт пока, но потом я могу об этом забыть. Так. Ну и в центральный сейчас заглянем. Ну, лестницу сюда сделать, у меня руки еще не дотянулись, так что будем заныривать, запрыгивать. Ну, вот такой вид у нас в центральном колодце. Воды нету, но здесь сыровато. Как-то вот
а посырее, чем в том колодце. Песок сырой на дне. Ну а так все в порядке. Соседи делали, да, продолжение моей трубы. Здесь диаметр поменьше, смотрю, поставили. У меня, по-моему, 90 какая-то. Здесь, наверное, уже 63-я пошла дальше. Так, ну что, у меня здесь перекрыто. Показания счетчика сейчас заодно посмотрим. Ну, тем же, да, макаром выкручивал фильтр и сливал воду. Так, сейчас. Кстати, вот в круглом мне не больше места, чем в квадратном. В квадратном объем меньше, размерами он меньше, но объем тот же из-за того, что присутствуют углы. В круглом, как бы, я бы не сказал, что получше. В бетонном. Так, есть, фильтр затянул. Ну, давайте сейчас будем пробовать потихоньку открывать. Так, пошла вода, фильтр закрутился, счетчик. Давайте потихонечку. Так, все, счетчик у нас остановился, есть. И в обратно вот еще крутится. То есть говорит о том, что все везде перекрыто, нигде не бомбануло. Это уже хорошо. Сейчас мы еще пройдемся, посмотрим, нет ли где небольших подтеканий, да, по пути. Ну а так, все в порядке. Конечно, блин, показания счетчика тут посмотреть. Дело непростое, но попробуем, да, взглянуть. Ну вот так. Выныриваем. Так, смотрим коллекторный колодец. Так, ну, вроде бы все сухо. Все нормально, поехали дальше. Сейчас посмотрим в доме. Так, а здесь у нас что-то где-то подтекает. Вот идет потек по трубе, и идет он вот с этого места. Да, вот это соединение вот подтекает. Вот это очень нехорошо. Страшно, честно говоря, вообще вот это вот, представляете, вот там давление-то конкретное, городская вода. Если это бомбанет, сколько воды в дом выльется, если это ночью вдруг произойдет. А с моей гидроизоляцией, да, отсюда никуда не денется, ее придется выкачивать насосом. Так, ну что делать тогда? Сейчас опять иду в центральный колодец, перекрываю вот это соединение, разбираю, собираю, да, и смотрим, будет ли опять подтекать. Если будет, то, наверное, менять. Ну, посмотрим, что там да как. Видимо, она здесь просто ослабло, легко открутилось. Ну, вроде отрезано нормально. Резинка в порядке вроде. Так. Так, ну чё, пробуем еще раз. Так, открыл воду, нырнул еще раз в колодец без лестницы. Хорошая зарядка прям такая. Так, ну смотрим, вот в этом месте подтекало. Ну, вроде бы простейшим способом устранили. Но она немного ослабла, потому как раскручивал, легко раскрутила. Сейчас я вот все там как бы разобрал, собрал, хорошо подтянул, но вроде все нормально. Сейчас пустим. <с
нормально, воздух спустили, давление-то прям хорошее. Ведро дырявое, надо убирать его отсюда. Ну, вроде все нормально, друзья. А, сейчас вот один момент понял прям. Сейчас покажу, ведро вытащу отсюда. Вот коллекторный колодец, когда я его собирал, кто-то писал мне в комментариях, и сейчас я полностью прям соглашусь. Вот этот вот труба, которая пошла на дом дальше, здесь нужно было тоже поставить вентиль, кран, вот в этом месте, чтобы на дом перекрывать. Я как бы подумал, ну, в том центральном колодце есть кран, зачем еще и сюда ставить. А теперь я понял, здесь он просто необходимый, обязательно я его здесь поставлю, есть место. Потому как, ну вот даже сейчас, вот это вот, прыгать, скакать на улицу в центральный колодец очень неудобно, потому что если вдруг где-то что-то потечет или ремонт понадобится, ну на улице мало ли кто-нибудь сосед поставит машину над колодцем, да, и бегай, ищи его срочно, если у тебя там что-то бомбануло. А здесь на участке твой колодец, то есть ты в любое время можешь сюда нырнуть и все перекрыть. И все в одном месте получится. Отвод на кухню, отвод на мастерскую будет и в дом. Как я это раньше, в прошлом году, не сообразил, не знаю. Обязательно кран здесь нужен. Был в Волгограде, заехал, купил сразу белый цемент, вкладку на сезон. 3 мешка. Ну, не знаю, должно, по идее, хватить, судя по прошлому сезону. А, интересно то, что, ну, в Волжском у нас белый цемент почему-то не продают. Ну, в розницу, во всяком случае. Покупаю в Волгограде, 3 раза уже брал. И покупал, как бы, специально в одном том же месте, в расчете на то, что будет цемент одного и того же производителя, и вкладки, он не будет отличаться по тону, да, вдруг. Такое, чтобы не случилось. Я уже об этом говорил в прошлом сезоне. Первый раз я покупал, цемент был, заказывал доставку, мне привезли, это был иранский цемент белый, производитель Иран. Потом в том же году покупал в начале года, потом в течение сезона там же заказал, мне привезли, был уже египетский цемент. Ну, вкладки он не отличался, все нормально. Сейчас опять же туда же заехал, ну, думаю, наверное, хоть пусть будет египетский, ну, хотя бы тот же, или может быть иранский. Нет, не угадал, в этот раз у них уже турецкий цемент. Каждый раз они с другой стороны везут. Турецкий цемент, ну вот интересно, такой вот необычный, да, то есть как бы классический цемент турецкий выглядит вот так. Этот вот, вот какой-то такой вот новый мешок. Вот, взял 3 мешка, ну, цемент относительно свежий, скажем так, это 24.11.2020 года, ноябрь 20-го, конец ноября, но он в отличном состоянии, то есть нигде не скомковался, то есть я его проверил, все нормально. Ну, для импортного цемента, который везут то из Ирана, то из Турции, то из Египта, ну, это как бы нормальная дата, относительно он свежий. Речь.
перед домом работу закончил, самое основное место хранения строительных материалов. Но здесь работы было немного, в общем-то, и так было неплохо. Давайте быстренько пробежимся, я покажу, что у меня здесь, куда и зачем. Было пару закупок. Смотрите, вот здесь вдоль забора освободил полностью место. Здесь пройдет газовая труба, будем ее закапывать, она будет под землей. Пойдет вдоль забора и вон туда будет приходить на фасад дома, на кухню, и потом вокруг дома в котельную. Небольшая кучка дробленки. Ну, эта дробленка, она лежит, ждет своего часа. Это вот та сторона дома, где я не доделал отмостку. Отмостка – это бетонное основание под тротуарную плитку, поэтому дробленка туда идет. Ну, то есть она более дешевая, и вот для такого места, для основания подходит хорошо. Поэтому я ее храню, как бы, чтобы дорогую туда не закидывать. Приехал мой арматурогиб, отдавал своему подписчику, он земляк, он на зеленом, Олег, тоже начал строить дом, в прошлом году делал фундамент, вот отдавал ему для вязки армокаркаса. В этом сезоне он мне неоднократно понадобится. Собрал кучу песка, ну, подобрал, в смысле. Вот, ну, как минимум половина здесь осталась. И половину облицовки я уже сделал, это говорит о том, что песка мне хватит. Дом 10,5 на 9, высота стены 6 метров, толщина шва 6 миллиметров, замес 3 к 1. И вот КАМАЗ песка получается вот на такой дом, на облицовку хватит однозначно. Для последующих работ купил щебень, щебень фракция 5,20, 4 тонны. Кирпич, опалубка из-под лестницы здесь все еще лежит, я ее потихонечку дербаню. Перлит отлично перезимовал, все с ним в порядке. Вот еще одна закупка, друзья, это блок вот такого формата, это бетонный блок, вот с такими большими пустотами. Ну, забегая наперед, скажу, что это для подпорной стены. Вот, ну, мелочи, подробности, то есть все это, как дело дойдет, все расскажу, что и как я собираюсь сделать. Посадка. Здесь посадил вишню. Красная крупная вишня, это мне дали родители. Уже почки поперли. Так, дальше. Огород. Огород мой. Ну, видите, да, зимой я здесь сыпал обильно, удобрял шелухой из-под яиц. Ну, также посажу огурчики, может быть, еще одну сделаю грядку, что-нибудь еще для салата, чтобы получилось там помидоры или, может быть, перец болгарский. Помните, в прошлом году между палетами весной вырос красный тюльпан, я его вам показывал, вот он опять здесь вылазит. Сделал ему лунку, полил, ну и ограждение из арматуры, ну, посмотрим, вылезет, порадует ли он в этом году. Ну, и здесь что... Это настил для лесов, для третьего яруса. Кирпич с мелкими-мелкими дефектами. Вот такая вот упаковочка набралась. Ну, на забор, как бы, думаю, вполне себе пойдет. Здесь был такой прям хороший бардак, когда мы воду, трубы подключали, видели, да? Здесь можно было ноги переломать. Еще одна грядка. Здесь растет хрен, это еще... От прошлого хозяина он остался. А я ее как бы, ну, сохраняю, потому что у меня соседи, родители жены делают закрутки и пользуются им. Хрен такое растение, прям, ну, как бы сказать, ему все похрен. Вот я сейчас весной сгреб старые листья, сделал лунку, и все, его периодически поливать, и больше с ним ничего не надо, он больше ничего не требует. Многолетнее растение, каждой весной без проблем вылазит, хорошо растет, не вымерзает, ну, просто нужно периодически поливать, и все. В прошлом году летом сделал каркас забора, вот с этой стороны с соседями, а здесь кусочек глухого, там у них компост. А здесь пойдет дальше штакетник, и вот там за домом дальше... Пойдет тоже, уже пошел глухой, зашил. Ну, штакетник пока еще как бы, ну, и руки не дотянулись, и финансы тоже как бы пока еще не давали такой возможности купить, зашить. Ну, не тороплюсь, главное, каркас есть, там, штакетником зашить, это уже мелочи. Так, ну, вот так. Здесь большое расстояние, вот, в нижней части. То есть листы, они идут вот от этой перекладины и вот 2 метра высотой.
А в идеале будет в конечном результате здесь 10 сантиметров и сетка пойдет. Ну вот там вы увидите, в той стороне я уже сделал. Дело в том, что ну, участок у меня с уклоном, ту сторону я уже выровнял. Она вот прям вот, начиная от дома и до забора, уже ровная. А в этой стороне прям вот такой уклон. И ну, все это дело нужно подсыпать, и в итоге здесь все будет ровненько. Я вот там даже старым забором закрыл, потому что здесь самая яма, там вообще вот такая вот дыра внизу. Так, ну, обрезки. Вот столько обрезков облицовки с прошлого года, да, с половины дома. Камни всякие разные, которые накопились по ходу стройки. Здесь была большая куча мусора. А вот когда я делал забор, каркас в прошлом году разбирал, ну вот у дома, как вот здесь, пристройка, с этой стороны было то же самое. Вот старый забор, это была стена. Вот все это дело я разобрал, куча была. Ну вот мешки от перлита, кстати, очень хорошо пригодились. Собрал я весь мусор, вынес на улицу, ну там потом как-нибудь вывозить. Соседи еще тоже очень... хорошо помогают, ну как бы получается, я им помогаю, и они мне, они топят печку дровами и всегда испытывают нехватку дров. Вот, я им это дело отдаю, какие деревяшки есть ненужные, то есть и я избавляюсь, мне не надо это все где-то вывозить, сжечь, ну и им хорошо тоже идут на дрова. Вот я им тоже кучку очередной раз здесь накидал. Ну, собственно... собственно, и все в общих чертах. Привел в порядок бетономешалку. Здесь прям большое количество было отходов. Я вот сюда вот в этом месте дорожку поднял под резиновым ковриком. Купил новую бочку. Там у меня проржавела. Я ее теперь жгу в ней. Купил другую. Стенка такую вот, она чуть подороже, на 200 рублей. Стенка у нее потолще. И вот смотрите, внутри она в каком идеальном состоянии. Вот, хорошее состояние. Конечно, запах идет такой нормальный. Какая-то химия здесь была. Вот даже тут можно прочитать что-то типа на подобие слова фосфор, что-то в этом роде. Ну, для бетона вода здесь будет. Она вон с крышкой. Но с мылом, конечно, помыть надо, потому как я в ней пользуюсь еще отсюда, поливаю огурцы. Огурцы любят теплую воду, я ее сначала нагреваю в бочке, а потом поливаю. Так что вот с мыльцем ее помыть надо бы, конечно. Ну, пока проветривается. И еще одна посадка. Это не плодовое дерево, друзья. Это ивушка. Ивушка не плакучая, а называется она, ее называют кудрявая, вьющаяся. Еще какое-то научное есть название, там не запомнишь его. Ну, вот так вот она выглядит. У нее вот такой вот ствол, ну и все веточки вот таким вот образом. Листья у нее, как у плакучей ивы, такие узкие, длинные. Ну, а форма дерева вот такая. Вот уже, кстати, почки поперли. А кто-то напишет мне, как вот в прошлый раз, когда я сажал березу, катальпу и каштан, а мол, зачем ты на участке сажаешь неплодовые деревья? Ну, плодовых деревьев тоже будет достаточно. И такие вот красивые неплодовые деревья, которые мне нравятся, я тоже сажаю. Сажаю еще за того, что они высокие, и с окна второго этажа тоже их когда-то будет видно. Да? То есть в окне будет с этой стороны, допустим, ивушка, там, с другой стороны будет береза. Да? Ну, будут... красивые деревья, а не вот этот пейзаж, который в данный момент мы видим. Ну и все, друзья. Вот. Ну, здесь пока ничего. Вроде бы все рассказал. Пойдемте дальше. Ну а в этой части, в этой стороне участка, тут самый бардак. Вот. Ну, как обычно, по классике. Осенью до холодов хочется сделать все больше и больше в плане, да, строительства. А прошлой осенью я засыпал перлит прям до упора, а потом в минус мы уже входные двери ставили, поэтому навести порядок мне уже времени не оставалось. Пошел там потом ледяной дождь, все такое, все попримерзало. Вот, даже вот мешки, из которых я высыпал перлит и скидывал вниз с лесов, они вот до сих пор вокруг дома так и валяются. Вот, а ну здесь...
как бы самый основной объем работ предстоит. Ну и здесь больше всего изменений произошло на участке в прошлом сезоне. Я вам все это дело не показывал, потому что это как бы происходило по ходу облицовки, да, в течение всего сезона по чуть-чуть я здесь сделал. А происходило это, знаете, вот в такие вот... В такие периоды, когда я вот кладкой облицовки занимался, и вот домой прихожу, ложусь спать, и во сне я продолжаю этим заниматься, класть кирпичики. Вот я в эти моменты как бы отвлекался и что-то на участке делал, и потом уже опять возвращался, и как бы нормально. Ночью я уже другими делами занимался какой-то период. Ну и вот так вот все это дело происходило. Ну, здесь вот что... Доски, я когда полки делал под лестницей, разворошил все это дело, надо собрать, ну, само собой, собрать мешки из-под перлита листья, вот как вот осыпался орех, так они до сих пор и лежат. Надо их собрать, подровнять лунку, ну и побелить орех. Вот эта куча кирпича, тоже перетаскаю ее в основную кучу, чтобы здесь она не накапливалась. Вот эта вот глыба вот тоже надо наконец-то от нее избавиться, она мне уже надоела. Лежит с самого начала строительства, ну здесь за дровняком она сначала была, а откопал я ее вот в этом месте. Еще до фундамента вот этого, у дома этого была верандочка, и здесь как бы там выложено было кирпичом, что-то залито. В общем, я это все это дело разбирал и вот эту глыбу оттуда достал, вот. Лежит до сих пор, надо ее расколотить и тоже убрать. Вот тут элементы лежат старого забора. Вот дверь какая-то входная, тоже была частью забора. Да? Вот советская классика дермантином отбита. И вот, такие вот, вот такой рисуночек присутствует. В этом месте традиционно куча мусора у меня. Это тоже в течение сезона, по ходу дела, вот на этом подъеме самые большие кусты травы, которые вырастают, я их выдергиваю и здесь складываю. И мусор, который вылазит постепенно, да, помните, здесь была свалка. А песок сползает, вылазит мусор, ну вот даже вот сейчас, вот после зимы видно, да, вот есть такие дела. Вон там вообще какой-то кусок ведра торчит. То, что вылазит, я тоже сюда скидываю, потом все в мешки собираю и выкидываю. Ну вот, как бы опять все это надо делать. Собрать и вывести. Ну и основная работа на данный момент, да, это вот этот вот мой подъем. Помните этот подъемчик? Забор был старый вот в этом месте. Здесь был просто проход какой-то между нашими участками. И была свалка. Забор убрал, свалку убрал, забор сделал наверху. Много было вопросов по поводу забора. С соседями я согласовал это дело. Мы там все поделили, сделали межевание. И они, и мы, в общем, все довольны, все в порядке. Ну, какие планы-то вообще вот на вот эту вот часть, за домом вот эта часть. Подъем вот внизу, нижнюю часть вот этого подъемчика, закидать, да, загребсти наверх, вот этот вот подъем сделать менее покатым, а вот здесь как бы, да, ну, немного еще сделать место для посадок, сделать грунт на уровне отмостки, вот так это будет идти, потом подпорная стена и подъемчик, и вот в этом месте насажать деревья. Вот, работы, конечно, много, естественно, сегодня все это не сделаю, особенно что касается подпорной стены, ну, хотя бы грунт сейчас надо наверх подгребсти, потому что надо сажать деревья, надо, это надо было делать уже там 3 года назад, плодовые деревья, потому что растут они очень медленно, но в условиях, когда здесь стройка, стройплощадка, как бы, ну, еще и сажать деревья, это довольно сложно. Вот здесь вот на подъеме я посадил ряд деревьев, помните, да? Вон катальпа, кстати, береза, вот она, повислая, которая должна была быть. Смотрите, какая уже вымахала, 5 метров, наверное, в высоту. Ну вот, 2 ореха и каштан. И вот внизу еще ряд плодовых деревьев надо посадить. В прошлом году был у меня весной такой небольшой порывчик. Вот в этом месте, вот, да, вот я вот выгреб землю вон туда, наверх. Вот так это все должно выглядеть. И посадил там персик, вот он. Ну вот, в прошлом году сколько здесь я куб земли, как минимум, перекидал. Этого, собственно, было достаточно, чтобы понять, что самому это делать не стоит, в начале сезона особенно, да, терять силы. Найму я пару человек, они мне этот подъемчик будут закидывать наверх, а я наверху буду разравнивать и вот подпихивать под забор к соседям, чтобы, ну, поднять уровень. Тут 10 сантиметров оставлю и сделаю сетку.
Как это сделано вот здесь, да, вот на этом заборе. Так, ну вот так вот. Сейчас сделаем общую панораму. Вот план работы на ближайшее время. Ну а вот сейчас займемся вот этим местом.
Ну и по основным местам боевых действий давайте пройдемся. Это за домом сторона и вот в этом месте. Тут уже, ну, 100% образовалась зона отдыха. В прошлом году я ее уже начал делать. Ну вот сейчас навел порядок и еще немного здесь облагородил. Получилось так, что в прошлом году супруга ко мне летом приезжает после работы, пару часов еще здесь находится, я заканчиваю работу, и мы вместе едем домой. И она мне постоянно жаловалась, что у меня здесь вокруг дома сплошная стройплощадка, негде посидеть, нормально отдохнуть. Ну вот, как я вначале вам говорил, что в перерывах кладки облицовки постепенно здесь вот такое вот место сделал. Был дровник. Я его разобрал, убрал, сделал забор, поставил качель, посадил пару туй. Ну и вот сейчас тут щебнем замостил, посадил деревца. Ну вот, вот такой теперь вид. Это место как для зоны отдыха самое подходящее по нескольким причинам. Во-первых, здесь стоит орех. Во-вторых, глухой забор. Да, мы с соседями договорились, что в этом месте я сделаю глухой забор. Дальше он там идет. Пойдет штакетником, там у них посадки и все такое. Здесь у них там душевая. В общем, как бы нормально получилось, договорились. Вот. Потом это место находится напротив входа в котельную. То есть, да, здесь в дом можно туда-обратно ходить, что-то выносить, что-то заносить. Да, ну и здесь еще мангала, естественно, не хватает. Вот. И самый большой плюс — это северная сторона солнца. Здесь только утром. И вечером, когда идет закат. Днем в самую жару, самое пекло, здесь тень от дома. Как бы вообще самое вот такое прохладное место летом. Ну, классно здесь. Еще вот орех, когда на нем будут листья, здесь такой зеленый, прям хороший уголок. Видите, ветка идет прям туда вот, к этой качели. Здесь все зелено, и с этой стороны еще туйка. Ну, просто прекрасно. А орех хорош тем, что, оказывается, я вычитал, что запах ореха очень положительно оздоравливающий действует на дыхательную систему, на легкие. А листья ореха выделяют масло. И вот запах, ну, пары масла положительно действует, да, на дыхательные пути. Да, вот листья, если даже потрогать, они, да, действительно маслянистые, и вот гусеницы их не едят. Так что вот, ну, в нашем случае, когда у нас в городе там такой конкретный химкомплекс, еще в нашей стране абразивный завод, ну, это, конечно, вообще самое то. Вечером после работы, ну, и вообще в течение дня вот в этом месте отдыхать и дышать запахом масла грецкого ореха. Искусственный газон постелил, шикарная вещь. Хотел сначала натуральный, но думаю, мне, наверное, некогда будет этим заниматься, тут за ним ухаживать, поливать, стричь и все такое. И действительно, друзья, вот он, ну, сколько, ну, года еще нет, но перезимовал просто без проблем, отлично выглядит, я его подметаю, он не лезет, ну, не гниет, ничего с ним. То есть я вот его сейчас подмел, и все, больше ничего с ним делать не нужно. Сделал освещение, вечером тут прям, ну, действительно, релакс, вот здесь вот. Оп, есть такое дело. От старого дома сделал такое вот искусственное ограждение, чтобы он сильно картину не портил, избушка. Тут вот еще остался вот этот столб, он, ну, это труба с толстой стенкой, конкретный такой столб, да, здесь вот освещение приходило на старый дом. Ну, не знаю, что с ним делать, то ли убрать, то ли, может быть, задекорировать его как-то. Есть вот там вот эти вот крючки вот такие, может быть, что-то туда подвесить. Не знаю, как, что с ним. Ну, пока оставил, думаю, вот, есть еще время подумать, что с ним сделать. Туйки, друзья, ну, про туи тоже вам не рассказывал. У меня как-то с хвойными здесь не получалось. Все время, сколько я их не покупал, засыхали даже вот та туя, которую я на Новый год, помните, наряжал. Она тоже в прошлом году летом засохла ни с того, ни с сего. Вот, поэтому я как бы вот эти туи мне отдали бесплатно, они были дикорастущие, это был уже май месяц, и они, видите, уже такие полувзрослые. Ну, я поехал, выкопал, посадил, думаю, ну, примутся, не примутся, особой надежды не было. Но, как видите, принялись, все нормально. Я их вот сейчас облагородил, снизу подрезал ветки, сушняк весь убрал, ну, вот так вот эти две красавицы выглядят. Минеральным удобрением я их подкармливаю. Вот, так что тьфу-тьфу-тьфу,
все нормально. Ну, как бы пока вот так вот. А вот, ну, таким образом мне очень нравится, да, облагородить деревья, землю закрыть. Ну, пока 5 камней я вот нашел у себя на участке, все, что было. Найду, если где-то там поштучно продают, блин, конечно, машину покупать не стоит для этого, много останется. Ну, а так, если где поштучно будет, вот как бы здесь я все такими камнями закрою, все лунки. А сейчас посадил здесь сливу. Это слива. Слива, это желтая слива. Сейчас скажу, как она называется. Белая медовая называется слива. Вот. Ну, смотрите, как, что здесь как получается. Посадил подальше от березы. И вот здесь вот еще есть одна посадка. Тоже от нее подальше. Но поближе к ореху. А к ореху, потому что, ну, хороший орех, но, к сожалению, он больной. Это еще от прежнего хозяина остался орех. У него, вот видите, беда какая. Получается, внутри, внутренний ствол, он пропадает постепенно, видите, вот он. То есть вот она, наружная была шкара, как бы это все так вот разошлось, и внутренний ствол, вот он, вылез, и он облазит. Ну, видите, он разрушается. Что это за болезнь такая, не знаю. Искал в интернете, смотрел, ничего не нашел. Ну вот каждый год я вот этой вот мажу. Это не побелка, а такая какая-то... заживляющая паста называется. Она такая не дешевая и как сметана густая-густая. Ну вот я мажу, но, по-моему, это уже все. Как говорится, мертвому припарка. Жалко. Жалко, конечно. Очень жалко, потому что деревья, друзья, очень-очень медленно растут. Чтобы вот такое дерево выросло, это несколько лет надо, чтобы прошло. Да, вот, вот я посадил. Уже 2 года прошло, и они там, я не знаю, там на полметра выросли. Ну, вот так. Березу я вам уже показывал. Вот такая вот каланча. Это та, которая повислая должна была быть. Она уже, смотрите, поперла. Листочки пошли. И интересный такой момент я заметил. Вот у нее сережки. Вот, например, вот, да? Вот она сухая сережка. Все, разлетелось. А есть сережки вот такие, смотрите, живые. Они с прошлого года висят, перезимовали, и вот они зеленые. Ха, удивительно. Ну, для меня, во всяком случае, как бы я всегда думал, что вот сережки засыхают, ну, это как бы семечки, они засыхают осенью и потом там разлетаются. Нет, вот какие-то сережки остаются зелеными. Главное, зиму пережили, не замерзли. В этом месте... На подъемчике вот таким образом сделал забор. Внизу сеточка. Там тоже внизу 10 сантиметров сетка. Ну и вот эта сторона. Здесь, конечно, работа еще, мама, не горюй. Уже много сделали. Выбрали огромное количество грунта. 2 человек я нанимал. Ну, как и планировали. Они наверх это забрасывали. Я вверху там уже планировал, под заборчик, выравнивал все это дело. Сделали 2 уровнями. Ну, 2 уровня. Ну, во-первых, для того, чтобы, ну, как бы сейчас меньше вероятности, что это будет опять сползать и осыпаться. Да, вот так вот, в 2 яруса. Ну, и была у меня возможность, я вот тележкой вверху, как бы это как получилось, как дорожка, они мне накидывали, я вон туда, в дальний угол, возил грунт. Потому что вон тут душевая не давала возможности вон туда вот подальше его закидывать. Вот такой срез получился. Были дожди, конечно, тут кое-что уже обвалилось, не без этого. Ну вот, видите, да, вот насколько увеличилось пространство. Здесь где-то 3,5-4 метра. Был спуск прям до отмостки бестолковый, а теперь вот столько места появилось. И я уже начал здесь сажать деревья. Откопали, ну, вы видели, да, был момент, откопали, здесь лежали 3 подоконника советские, бетонные, ну, 2 мы перезахоронили наверх, 1 вот тут немного торчит, остался. И подоконники, я вам хочу сказать, пытался я тут отбить его уже, ну, вот эту часть, она будет мешаться, все равно нужно будет отбить, но я пытался кувалдой, вообще просто, вот, смотрите, советское качество, это что, это мрамор белый. И вот по цвету бетона видно, да, какой он марки, какого качества. Сколько они здесь пролежали на глубине 1 метр советские. И вообще хоть бы что им. Вот кувалда я вот долбил, куски вот такие отлетают. Еще тут он
100 лет пролежит легко. Так, ну вот так вот. Дальше, естественно, напрашивается подпорная стена. Пойдет она, ну пока вот от этого места эти постройки пока убирать нельзя, они нужны. Так что пока от этого места где-то высотой 1,20 м будет стеночка. Пойдет. Ну, она пойдет прямиком до забора, но вот в этом месте, смотрите, здесь получается возвышенность в зоне отдыха. Верхний уровень пойдет, ну, то есть он будет вровень по всей длине, ну, а здесь он уже будет меньше. То есть здесь 1,20 м, ну, здесь сколько, наверное, 60 останется. И также вот с этого места подпорная стена пойдет вот в эту сторону, будет подпирать вот эту возвышенность до старого дома пока. Ну, тоже на эту высоту, сколько здесь, 0,5 м, наверное, будет. То есть, ну, примерно, да, понимаете, что получается. Получится на участке 3 уровня грунта. Первый уровень – это дом, вот эта вот сторона здесь. А перед домом весь участок будет вот в этом уровне и с той стороны. Потом второй уровень – это вот эта вот зона отдыха, вот она. И третий уровень – уже вот этот вот подъемчик. Ну, вот такой вот многоуровневый участок получается. Вот так, ну что, смотрите, сажаем деревья. И вот осталось посадить последнее дерево. Вот такую вот луночку, ямочку выкопал я под дерево. Вот с посадками деревьев тут как раз тот момент, когда появляется минус моего грунта. Часто пишут, что мне повезло, у меня песчаный грунт для фундамента, это самый класс. Ну, грунт есть, но с фундаментом мне как бы и не особо повезло, да, из-за того, что присутствует вот эта вот насыпь. Из-за нее мне фундамент пришлось делать на столбах. Так бы, если бы ее не было, то, конечно же, да, то есть самый дешевый фундамент, мелко заглубленная лента, быстренько и ну, относительно дешево, это бы можно было сделать. Ну, в моем случае пришлось сделать на столбах. Единственное то, что я ее ленту опустил на землю, была возможность, да, то есть как бы и все. А минус грунта в том, что в песочном грунте так не особо ничего не растет. Поэтому посадки приходится делать вот таким вот образом. А путем подмены грунта выкапываю вот такую яму. Вот грунт, который я сейчас выкопал. Вот он, чистый речной песочек. А вот грунт, который я туда буду подменять. Это уже плодородная нормальная земля. Мы ее выбрали, когда перекидывали землю. И вот таким образом я деревья сажаю. Осталось посадить последнее дерево. И я вот приглашаю вас в этом поучаствовать. Сажаю деревья в ряд. В этом месте получится 4 дерева. Ну, вот этот персик, который уже был. Ну, сажаю, конечно, стараюсь по фэншую. Ну, немного тесновато. Здесь расстояние 3,20 м между деревьями. Ну, как бы в тесноте, но не в обиде. 6 соток, ну, сами понимаете, особо не разгуляешься. Много хочется чего сделать, много хочется чего посадить. Поэтому, как бы, немного тесноватые условия. Так бы, наверное, 3,5 м минимум надо было делать расстояние. Ну, смотрите, получается следующее. Равное расстояние между деревьями, включая и березу, по 3,20 м. Также, ну и само собой, сажаю в ряд, чтобы они были в один ряд, ну, почти с березы попало. И делаю равное расстояние. Вот здесь будет подпорная стена, от подпорной стены до дерева и от дерева до отмостки, чтобы было равное расстояние, да? Ну, чтобы все было как положено, чтобы все было красиво. Так, ну и что делаем в первую очередь мы сейчас? Вот он, последний саженец лежит прикопанный. Сейчас мы его посадим. Что делаем в первую очередь? Вот таких размеров и вот такой глубины выкопал яму. Здесь получается следующее. Вот вверху сантиметров 25-30 идет плодородный грунт, в котором все хорошо растет. Ниже уже пошел песок. И вот чтобы корни дерева не росли вниз, туда, в чистый песок, а на дно кладу жестянку. Вот таким образом. И также, чтобы корни не росли в сторону отмостки и фундамента дома, вот с этой стороны также ставлю жесть. А корни дерева будут расползаться по верхнему слою грунта в три стороны.
И это будет происходить в плодородном грунте. Ну и сверху я также буду поливать там чем-то, это все это дело подкармливать. Есть. Дальше берем саженец. Беру, примеряю так, чтобы вот это место было, но над уровнем грунта. Смотрю, сколько там нужно будет сейчас засыпать земли. И засыпаю землю, притрамбовывая. Так. Ну что ж, вроде бы уже нормально. Уровень. Да, в принципе, нормально. Можно уже сажать. Ну что ж, друзья, давайте... У кого там легкая рука, ну, в данном случае, еще и легкий взгляд, держите взглядом саженец, ну, а я буду прикапывать. Так, можно уже отпустить. Как? Притопчем все это дело сейчас вокруг. Ну вот, готово. Ну вот, друзья, готово. Посадили вместе дерево. И вот здесь получается следующее. В ряд получились у меня посадки. 4 новых дерева. Ну, персик я сажал в прошлом году. Будем считать, что это новый, потому как я его пересаживал сейчас. Оно было раньше вот в этом месте, и душ его оттенял. Вот даже на персике видно. Вот прошлогодний, да, прирост зеленый. Кстати, вот персик попер уже, смотрите. Листья вылазят. Вот он прирост, с одной стороны зеленые ветки, а с другой стороны они засохли, которые уже были. Не попадало солнце. Сейчас я его в эту сторону немного подвинул, и через вот этот проем полностью на все дерево должно попадать солнце. Ему будет гораздо лучше, комфортнее, он будет расти со всех сторон. Так, значит, это персик. Это мне дали родители, посадил. Дальше идет яблоня. Яблоню сажали мы с тещей, которая на соседнем участке. Так, яблоня. Сейчас я скажу, что это за яблоня. Название запомнить не так-то просто. Это Вильям Прайм. Прайз. Вильям Прайс. Вот так яблоня называется. В общем, это не летняя, не зимняя, а как бы так позднелетнее красное яблоко. Есть. Это мы посадили с тещей. Далее. Вот в этом месте груша. Это любимая груша моей супруги. Лесная красавица, ее мы сажали с супругой. Ну и в этом ряду последнее дерево, это тоже яблоко, это уже зимнее яблоко, Семеренко называется. Ну, эту яблоню мы сажали с подписчиками. Так что, друзья, кто помогал, кто держал саженец взглядом, когда пойдут плоды. Кстати, это яблоко очень хорошо хранится зимой. Будем снимать плоды, и зимой по одному яблочку буду отправлять своим подписчикам, тот, кто участвовал в посадке этого дерева. Так, ну есть. То есть, смотрите, что у нас получается. Ну ладно, персик считать не будем. Раз, два, три. Слива 4, потом ивушка 5 и вишня 6. 6 деревьев посадил я этой весной. Ну, думаю, достаточно на этот год. Посмотрим, что приживется, что не приживется. Ну, очень надеюсь, что приживется все. Смотрите, саженцы небольшие по росту, но они местные. Местные, выращенные и выкопанные из нашей, да, из нашей земли, из нашего климата. Просто есть привозные, там с Краснодара привозят, да, они высокие, но они в нашем климате не очень себя чувствуют, да, ну, как бы могут плохо прижиться и, ну, и болеть. А эти наши местные. Покупал я там же, где и покупал 2 ореха и каштан. Все прижилось. Ну, надеюсь, что и эти саженцы тоже все примутся. Ну, в следующем видео я вам это дело покажу. Уже будет видно, что прижилось, что не прижилось. То есть почки уже пойдут. Вот. Ну что ж, друзья, все.
хватит, наверное, на сегодня. Очень хорошо поработал, много сделал. Да, то, что будет уже в последующей работе, я думаю, вы понимаете. Будем делать подпорную стену. Это нужно сделать сейчас, пока. Если оставить на потом, все это обратное дело. Ну, как минимум, половина сползет однозначно. Вот, а полы в доме я пока тормознул с этим делом. Там с газом куча согласований. Из-за того, что часть газопровода я буду вести по улице, да, уличный кусок газопровода, там еще вот эти высоковольтные линии у нас, короче, там кучу согласований. Пока это все затягивается, как дело подойдет, я и переключусь и там на полы вместе с газом. Ну а пока будем заниматься подпорной стеной. Еще раз посмотрим результат работы в этот раз. Ну и все, друзья, на сегодня все. Обязательно на моей самостройке увидимся. Ну а пока, всем пока.